Какие меры государственной поддержки существуют для малых форм хозяйствования? Реально ли получить землю в аренду для этих целей? Можно ли приобрести сельскохозяйственных животных и птиц в рассрочку? Ответы специалистов на эти вопросы получили все, кто уже занимается или только собирается заняться сельским хозяйством. Информационно-консультационные услуги оказали специалисты Краевого Минсельхоза, Центра занятости населения города-курорта Анапа, ветеринарного управления Анапского района, представители банков и торговых фирм-производителей. В муниципальном образовании города-курорта Анапа только за 2012 год было выплачено малым формам хозяйственных субсидий по сельскому хозяйству 16 миллионов рублей. А в 2013 году, в этом году, уже выплачено 9 миллионов рублей, и мы еще ждем поступления еще 9 миллионов, и которые мы будем также в виде субсидий раздавать гражданам. Настроение создавал творческий коллектив «Вега». Музыканты подарили зрителям ощущение праздника. Фермеры устроили выставку-ярмарку сельскохозяйственной продукции, домашних животных и удивительных редких растений. Желающие смогли купить велосипеды, мото и сельскохозяйственную технику. Предоставляю товар, как и работать в поле, в огороде. Также предоставляю товар, который можно обрабатывать деревья, также участки. Для гостей провели бесплатную лотерею. Главные призы – продовольственные наборы. Разыграли 10 пакетов. День малых форм хозяйствования прошел в Анапе уже в пятый раз. Практику продолжат. Алина Гумерова, Артем Зибаров, Анапа регион.